Так. Смотрите, сколько еды купил на 21 евро. Так. Это хлеб. Первый рюкзак, что он даже помялся. Вот хлеб. Мягкий очень. Потом сок вот такой яблочный. Не помню цены, но вышло 21 евро. Это можно неделю жить. Кетчуп. Вот такая большая, 800 миллиграмм. Евро там с чем-то стоит не 2, я думаю. Потом вот такой вот майонез. Тоже он стоит где-то 2 евро литр. Не знаю, что как по вкусу. Потом молоко. Молоко что-то стоит около евро там, да. 89 центов, вспомнил. Потом что еще? Вот такой, не знаю, суп какой-то. Он готовый. Или его надо готовить, или просто разогреть. Ну, еще такой вот написано вот на двоих. Порция. Такой вот супчик. Написано био. Ну, тут картофель, видимо, еще что-то. Он стоит 55 центов. То есть лучше рулетона, я считаю. Что еще у нас тут есть? Далее. У нас вот такая колбаска. Не знаю, насколько она вкусная. Но тут ее 500 грамм. Она стоит почти 3 евро. Потом вот такой паштет. Свинья нарисована, наверное, со свинины. Его здесь... И сколько его тут? 500 грамм. 500. То есть, ну, тут тоже как бы нормально. И еще вот такие... рябы, курочки, лодыжки, ножки, бедрышки. Ну, тут цена 5,22, либо 4,99, не знаю, сколько именно. Может, тут за упаковку еще что-то берут, или что, как. Или это на акции было. В общем, тоже нормально. Здесь, получается, вышло килограмм 469. Да, килограмм 469. Килограмм 46. И вот это стоит 5, почти 6 евро. Ну, вот эти вот все продукты, вот эти, как вы видите, это я купил все за 21 евро. Не знаю, это дешево или дорого. Еда, наверное, не самая, конечно, как бы топовая. Ну, особо я не привередлив. Так что, ну и вообще попробовать, насколько это все съедобно. Хлеб, суп, майонез, кетчуп, яблочный сок, молоко, куриные бедрышки, колбаска и помазуха. Ну вот все это. 21. Вот судите сами, насколько можно прожить в Голландии. Вот одному. Подписывайтесь, ставьте лайки.